Приветствую вас на канале AsmodayPlay, мы продолжаем играть в BioShock, часть первая. Давайте, валите его. Падлу. Да. Вот так, в мясо его. Молодцы. Панель отключения робота. Что мы тут имеем? Так. Патроны для автомата. Для начала надо наверху посмотреть, а то мы мельком глянули, аптечку пропустили. Пункт надо взламывать. Это эти падлы лечатся, а так их током будет шарашить, кстати. А где я тебе возьму столько? Так, подожди. Я не видим. Вот так. Блинский. Не, надо заново попробовать взломать. Так. Начать. Так. Вот сюда. Да хрен нас там. Сюда. Да как так-то? Почему? У меня же должен быть какой-то там особый взломщик. У меня смысл-то теряется от всего вот этого. Если, блин, не, ну это глупость какая-то, говорю же. Так. Еще одну прямую. Вот она. Есть. Так. Все. Так, что у меня там был электрический гель? Напал жидкий золото. Так, проверяем. Здесь свернуть некуда. Тут три позиции. Что у нас? Геометральный контроль. Контроль утечки тепла. Мастерские. Так. Все там. Все впереди какие-то. Он там тоже три есть. Они что, еще под подгруппы делятся? Две туда, одна туда. Ну ладно. Надо посмотреть по карте. Ну, комплекс, да, большой. Это сейчас вот туда. Пойду, ну давай посмотрим. Раз уж пошел. Давай. Прогресс. Что с тебя можно? Все выдавили, давай. Все? Нет, вот. А где мутант стрелок-то уйдет? А? Там стрелок.
Что это, где это, где я? Так, лесенка вверх, лесенка. Отец, почему ты оставил меня? Где что есть? Тихо, тихо. Ой-ой-ой, как их много тут. Пушка! Что ты даешь? Не могу. Да тихо вы. Победила дружба. Ой, у меня денег столько, что я могу напокупать себе всяких вкусностей. Давайте вот этим и займемся. Раз мы здесь, у автомата только взломаем его для начала. Для начала мы его взломаем. Начать. Так, развернуть в первую очередь. Твою ж мать-то, нет, заново. Так. 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 Где тут еще есть? Вот, вот так. Где вверх? Вот так. Прямо. Еще одна прямая. Ну давай такая. Все, покупаем. Патроны для автомата. Картечь. Револьверные патроны. Так, картечь. Купим. Осколочные гранаты пока не нужны. Болты. С остальным наконечником. Зажигательный болт. Жидкий азот. Ну даже не знаю. Давай. А вот еще жидкий азот есть. Все. Жидкий азот есть. Где там? Ой-ой-ой. Так. А сейчас будем жидким азотом. Попробуем. Сохраняем. Патроны для автомата. Нет. Нормально. Мистер Баба. Да тихо ты. Нет. Надо, нет. Кстати, надо было тебя сфотографировать. Давайте мне подарок уже. Девчуля. Вы меня спасли. Конечно. Ага.
подзарядил. Так, а тут есть патроны электрические? Нету. Патроны для автомата. Револьверные. Вот так. Нормально. Девочек мы освобождаем. Так, с ним. Это мастерская. Так. Кварта ионного гелия. Мне, видимо, что-то собирать придется его. Я так предполагаю. Чтобы вызвать перегрузку. Отвернуть. Повернуть. Так. Развернуть. Так. Да нет, вот так. Скорость. Все. Осколочные гранаты остались. Патроны, круг. Что, нормально так? Так, это у нас все есть. Это у нас все есть. Смотрим по карте. Да. Сейчас немножко вниз спустимся, оглядимся там. Для начала. Где по мне стрелял? Мутанты Райана прямо сейчас уводят эту девушку. Наверняка она одна из шпионок Райана. Ее послали, чтобы меня убить. Но она, если я ошибся, то невинная девочка станет еще одной жертвой Райана. Но если я прав, устройство почти закончено. Я не могу позволить себе жалость. Не могу. Понятно. Не можешь. Где ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пропустил. Вот именно, парень. Начать. Так. Нифига. Вот так. Попробую управиться с моими. Блин. Вот именно, парень. Попробую управиться с моими примочками. Я тебе покажу, на что способен. Так. Взять картечь. Давай, начать. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Давай. Так, велик Господь. Давай. А почему ты в меня-то бьешь? Так, не буду я даже. Так, это что такое?
Они тебя не послушают. Они никого не слушают. Ой, где ты? Акробат. Ой, господи. Ой, электрическая картечь. Картечь. Так. То ли мне поменять, чтобы папочка меня оберегал. Я готова видеть сны, Митя. Так. Так. Вот так. Хорошо, прогресс снова зарабатываю. Живи, живи, мистер Би! Нельзя терять время! Окей. Ну, поехали. Подожди, подожди, девочка, подожди. Перезаряжай. 5-6. Нифига. Спасаем. Живи, девчонка. Живи. Да, пожалуйста. Так. У меня где-то тут картечь валялась. Так, пятерку надо. Снаряды, ага. Осколочные гранаты вот. Зарядим. Ну, пока с картечью давайте. Пока с картечью пойдем. Кто у меня там еще остался? Ой, убежала. Ну, пусть бежит. Кругаля дал. Так. Здесь это мне улучшить снаряжение. Так, отдача автомата, размер обойный, так, убойная сила гранатомета, уровень энергопотребления химического распылителя, дальность химического распыления, увеличение прочности арбалетного болта. Давайте гранатомет. Спасибо. Купить. Ячейка физического тоника. Ячейка. Так, ячейка боевого тоника. Ну вот. Ячейка инженерного тоника. Как же. Еще столько остается. Так, зимняя стужа. Зимняя стужа. Два улучшенных сигнальных эксперта. Так. Электроплоть. Вы получаете меньше урона. Так. Давай. А мне сюда, да, не поставить? Ну, давай вот так. Ага. Зимняя стужа. Мише. Так, увеличение ягивы. Ну, что у меня тут остается?
Так. Вот на этот, наверное, поменяем. Так, что у меня по силе? На четверку перешла. Ага. Немного не понимаю, ну ладно. А где мы? Вот теперь электричество здесь. Настолько не сплошную гранату. Это... Давай-ка. На пулемет. Вот сюда мне. Хорошо. Что там внизу? Спалиться-то успел. Где я успел так лохануться? По мне стреляют. Кто тебя послал? Они не по мне стреляют. Вы смотрите, вроде как по мне. Так. Блин, ну даже не знаю, ладно, пока по мне очевидно не попадает. Надо успевать. Так, разворачивать, надо разворачивать. Дает твою мать. Я понять не могу, почему у меня эксперт, вот этот, все вот эта хрень. А начинаю, блин. Как? Где у меня? Так. Вот она. Спокойно. Блин. Блин, блинский. Так. Вот так. Вот так. Прямая есть. Вот так. Купить предметы. Ну, вот так. Ну. Пока больше покупать нет. Смоляем. Это по кому смоляем? Надо сходить посмотреть, что ли. Кто по кому шмалял? Ты, падла, тут покусились, покусился на меня, что ли? Хотел покушение устроить. А вот нет, ничего было.
такой. Сидит один машин. Построить город на дне морском. Безумно. Но где еще мы могли бы освободиться от цепких лап паразитов? Где еще мы могли бы создать экономику? Так. Аня Андерсон попыталась перезагрузить дрон, но ее схватили. Идите в центр слежения за температурами и постарайтесь найти дополнительную информацию. Невозможно было построить его где-либо еще. Так. Тихо, тихо, тихо. Кто где? Никто нигде не идет. Тут главное не стрелять, да? Тихо, тихо. Тихо, тихо. Спокойно. Страшно, конечно. Кто тут еще есть? Мы тебя обманули. Блин. Ничего. Ты умеешь только грабить и ломать. Конечно. Ты не человек. А кто же я? А кто же я тогда? Да я человечнее вас всех вместе взятых. Так что не надо меня тут осуждать. Кстати, я всех троих освободил. Так. Напалм, болты, картечь. Ну, вроде пока ничего такого не надо, не нуждаюсь. Так. Давай. Вот что я тебе расскажу про Кибурца и всех этих университетских умников. Они все очень умные, но только иногда ведут себя как дураки. Я ему на той неделе поставил выпить и не успел даже глазом моргнуть, как он мне уже разболтал, что код от двери его офиса — это День независимости Австралии. Теперь я преспокойно туда пробираюсь, когда надо, и таскаю у него из кассы. Австриец ничего не замечает, а я уж ему точно не скажу. Вообще, там у них какая-то странная ерунда творится. Может, когда-нибудь я и наберу смелости. Ну-ка. Подожди. Я сейчас знаю, что с тобой сделаю. Может, я тебе расскажу про Кибурца и всех этих университетских умников. Они все очень умные, но только иногда ведут себя как дураки. Все на меня-то напали. Так разве можно? Так нечестно.
Так, нечестно, нет, нет, нет. Вот что я тебе расскажу про Гиббонса и всех этих университетских умников. Они все очень умные, но только иногда ведут себя как дураки. Надо было идти. Противопехотными надо было. Ну ладно, мне, кстати, отец не нужен уже. Так. Эти края я обошел. Обошел, точно, я обошел, все обошел. Давай, отходи. Ну что ж, я вообще думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока!